27 сентября в Центре татарской культуры состоялся Меджлисей регионального духовного управления мусульман Ульяновской области, посвященный годовщине официального принятия ислама в России, которое состоялось в 1123 году. Это съезд представителей мусульманских местных мечетей области. В каждом районе нашего города есть мечеть, но они не все входят в состав управления мусульман региона. Всего в нем объединены более 110 мечетей. В Ульяновск приехали 93 делегата, не считая гостей и приглашенных. Представители собрались в этот день, чтобы внести в устав регионального управления мусульман некоторые изменения. Затем они были согласованы с Верховным муфтием, после чего прошло голосование. Далее документ утвердили, распечатали и зарегистрировали. Одним из главных участников съезда стал Сулейманов Савбян Юнусович, представитель регионального духовного управления мусульман Ульяновской области. На съезд приехали участники из Пензы, Чувашии, Мордовии, Самарской области и Уфы. В рамках мероприятия наш регион посетил Верховный муфтий шейх Улислам Талгат Сафа Таджуддин.